Добрый вечер. В эфире «Импульс Севера», в студии Юлия Шаркова. Андрей Воронов принял приглашение от горожанина и оценил ситуацию на месте. В выходные глава города побывал в районе улицы Газовиков. Туда его позвал неравнодушный новоуренгоец Денис Ковалев. Предпосылкой для встречи стали опасные объекты рядом с детским садом «Цветок Уренгоя». Это бесхозные здания, бывший колледж и долгострой. Видеоотчет о встрече глава города выложил в своем телеграм-канале. Парусность большая. При порывах ветра этот лист оторвет, не дай бог, детский сад, пострадают дети. То есть все так же лежит. Понятно, что стройка к администрации имеет отношение, все мы прекрасно понимаем. Ну, хотя бы хоть кто-то бы подвязал бы. Эти объекты должны снести, но пока идет процедура оформления документов, доступ на объекты необходимо ограничить, а также демонтировать инженерные сети и восстановить тротуар. Глава города принял решение во вторник выехать на место с коммунальщиками и строителями. Об этом он написал в Телеграм. Борьба с заброшками ведется и со стороны прокуратуры. Они организовали межведомственную рабочую группу. Помимо сотрудников надзорного ведомства, туда входят представители общественной организации «Отцы России», администрации города и ОМВД. На сегодняшнем заседании обсуждались вопросы, связанные с ограничением доступа к опасным зданиям. С целью своевременного принятия мер будет утвержден список заброшенных зданий, строений и сооружений, находящихся на территории города Нового Уренгоя, и будут предприняты все меры для наиболее быстрого, полного принятия мер к устранению заброшенных зданий. К другим темам. В Карачаево в самом разгаре строительные работы. Пристальное внимание вызывает многопрофильная площадка на проспекте Мира. Жители города выбрали этот район для благоустройства в прошлом году в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Ожидается, что площадка станет новым популярным местом для отдыха. Жители Карачаева с нетерпением ждут свою многофункциональную площадку «Виадук-2», которая станет аналогом одноименной площадки в Новом Уренгое. Проект победил на конкурсе благоустройства территорий, и конструкция под открытым небом стала самой популярной в народном голосовании. Работы начались в мае месяце. На сегодняшний день выполнены работы по монтажу бордюрного камня. Бордюра, то есть поребрика, потом щебенение сделано, ну, процентов на 80. Сейчас ожидаем поступления материалов, то есть и оборудования. Это малоархитектурные формы, МАФы. Подготовлены участки, где у нас озеленение будет. Брусчатка, ну, тротуарные плитки мы уже получили, они тоже все же на местах. Ну, будем со следующей недели приступать к монтажу тротуарной плитки. Все материалы российского производства, поэтому проблем с поставками не возникает. Все работы ведутся по плану. Для детей территорию поделят по возрастным группам. Игровые комплексы выполнят из натурального дерева. А саму точку общественного притяжения огородят и разнообразят зелеными насаждениями. Уже в конце сентября жители Карачаева получат благоустроенную территорию для игр, отдыха и занятий спортом. Евгения Дмитриева, Богдан Жителев, информационное агентство «Импульс Севера». В прошлом Карачаево был рабочим поселком и состоял из временных деревянных жилых районов. Один из них – Путрем. Принадлежал он железнодорожникам. В 90-х здесь было около 50 домов. В нескольких из них до сих пор проживают люди. Благодаря окружной программе сноса ветхого и аварийного жилья эти поселки ликвидируют, а семьи расселяют в комфортные новостройки. Именно в этом году у нас осталось из всех домов осталось 15. Из 15 по действующему сейчас контракту, который у нас работает, значит, мы сносим, снесли 6 домов и еще будем сносить 5. Вот, это действующий контракт. Потом в процессе, когда оставшиеся дома будут освобождены, и мы их отключим от систем теплоэлектроснабжения, естественно, оставшиеся дома точно так же войдут в контракт и будут снести. В перспективе этот поселок, ну, должен снести, все дома должны снестись полностью.
Продолжаем выпуск. Председатель Ямальского отделения Отцов России Дмитрий Плотников вернулся с Донбасса. Туда он сопровождал гуманитарный груз, который северяне собирали для жителей ДНР. Напомню, губернатор Ямала и глава Волноваховского района подписали соглашение о сотрудничестве. В этот раз туда доставили 15 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Поездка получилась продуктивной и эмоциональной. Подробностями Дмитрий Плотников поделился с нашим корреспондентом. Дмитрий, вы побывали на Донбассе, вы ездили туда, сопровождали груз гуманитарной помощи. Расскажите, где, в каких населенных пунктах побывали, что там сейчас происходит, как живут там люди? Да, Павел, на прошлой неделе побывали на Донбассе, на исторически наших и уже освобожденных территориях. Доставляли гуманитарный груз, собранный жителями Ямала, в город Волноваху и Волновахский район. Сказать, что впечатлений много, это, наверное, ничего не сказать. Тогда уже, когда пересекаешь ленточку, попадаешь на территорию Донецкой Народной Республики, уже реальность меняется. Ты становишься ее частью, переживаешь уже совместно с гражданами, которые там находятся. И появляется такой душевный порыв, наверное, помочь людям. Когда вот заезжаешь через пограничный пост, уже направляешься к Новоазовску, там находятся блокпосты, так называемые ВСУ, но они просто брошены. Военнослужащие ВСУ просто убежали оттуда. Но да, когда ближе приезжаешь, особенно к городу Мариуполь, там уже на въезде чувствуется вот этот, как говорится, запах войны. Но люди уже возвращаются к нормальной, мирной жизни. И благодаря в том числе помощи со всей России, с Ямала. Совершенно верно. Опять же, пересекая границу, уже видно, что ведутся ремонтные работы автомобильных дорог. Там, где уже произвели ремонт, наносится дорожная разметка. Завозятся плиты, строительные материалы. Такие блок-дома уже, чтобы быстрее построить к зиме для жителей Мариуполя, там, Волновахи и других разрушенных населенных пунктов. Я знаю, что идет активное восстановление социальных объектов тоже. Ну, в Волновахе работают ямальские строители. Там вот, когда мы заехали, сразу первое, что мы увидели, это КАМАЗ Ямал-Донбасс с 89-м регионом. Было очень приятно. Поговорили с водителем, который высказал свое мнение, что он является участником такого масштабного, не знаю, действия, строительства, восстановления инфраструктуры, социальных объектов и так далее. То есть люди чувствуют свою сопричастность вот этому вот большому великому делу помощи нашим соседям? Совершенно верно. Особенно, когда мы на фуре подъехали к площади в городе Волноваха перед администрацией города, то уже люди подходили и, читая надпись, что Ямало-Ненецкий автономный округ, они уже знали, что это помощь, что мы работаем там, и было, знаете, ну, можно сказать, приятно, что они верят нам и ждут от нас помощи. У многих родственники здесь живут, вот на севере, на Ямале, в Новом Уренгое. Много приветов передавали? Не только приветы, еще и посылки мы привезли, адресно доставили семьям, и была большая благодарность. В частности, мой одноклассник Валерий доставил, попросил передать две громадные посылки и денежную сумму для своих соседей. Дмитрий, я знаю, что люди, то есть, передавали не только приветы и были вот благодарности, в частности, главе города Андрею Валерьевичу Воронову, и были просьбы, в том числе от маленьких жителей Донбасса. Что за просьбы? Да, девочка обратилась к главе города Новый Уренгой Андрею Валерьевичу Воронову, выразила слова благодарности за помощь, а также попросила ранцы и канцелярию 1 сентября. Поэтому после этой поездки помощь жителям Донбасса не только нужна, но она просто необходима. И региональное отделение партии «Единая Россия» уже объявило сбор портфелей, канцелярии для учащихся той школы, которую восстанавливает Новый Уренгой, ямальцы. И региональное отделение Отцов России тоже призывает горожан присоединиться к этой помощи и приносить рюкзаки, канцелярию, все необходимое для учебы в школе, пункты сбора этой помощи в исполком «Единой России».
11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы и дополнительные выборы депутатов городской думы по второму избирательному округу. Голосование за депутата Тюменской думы будет проходить на всех избирательных участках города. Депутатов в городскую думу будут избирать жители южной части города. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В бюллетене за депутата Тюменской думы поставьте только один знак напротив выбранного вами кандидата. В бюллетене за депутатов городской думы необходимо проставить не более 3 отметок в специально отведенных квадратах. Ждем вас на избирательных участках 11 сентября в единый день голосования. Одиннадцать лесных пожаров на площади почти в 1000 гектаров действуют на сегодняшний день на Ямале. Один из них локализован. В тушении задействовано 263 спасателя, спецтранспорт и вертолеты. За сутки ликвидировано 5 возгораний на площади более 200 гектаров. Напомню, что до 1 сентября в регионе действует особый противопожарный режим, а до 23 августа ограничения на посещение лесов. Пожары полыхают и в соседней Югре, там медведь пришел за помощью к спасателям. Берлога Косолапова сгорела во время лесного пожара, и Мишка повадился ужинать у людей. Пока спасатели пережидали визиты хищника в охотничьем домике, тот лакомился тем, что находил рядом с человеческим жильем. Консервы и даже свежеприготовленные оладьи. Косолапый наведывался в гости 4 ночи подряд. Спасатели шутят, что он уже полноправный член команды и поставлен на довольствие. В 60 тысяч рублей обошлась жителю Нового Уренгоя порванная полицейская форма. Хулиган, который нарушил общественный порядок, не реагировал на замечания полицейских. Тогда было принято решение доставить дебошира в дежурную часть. Уже там, в отделении полиции, мужчина попытался оказать сопротивление правоохранителям и порвал на одном из них спецодежду. Это стало поводом для уголовного расследования. Ранее несудимый мужчина 1985 года рождения в помещении дежурной части стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить противоправные действия не реагировал и набросился на сотрудника полиции, повредив форменное обмундирование. Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд. В июле 2022 года Новоренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа подсудимый приговорен к штрафу в размере 60 тысяч рублей. К другим темам. Форум уральской молодежи «Утро», который в этом году проходит в городе Ханты-Мансийск, продолжается. Впервые в истории форума образовательная программа сфокусирована на участниках не как отдельных единицах, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Мероприятие ежегодно собирает активных и талантливых молодых людей федерального округа. В этом году среди них оказался и наш коллега Андрей Бережной. Его команда заняла 2-е место на презентации проектов, посвященных увеличению узнаваемости УРФО. Мы придумали такие наборы, стартер-паки для туризма, для туристов в любой уникальной точке, туристической точке. То есть, если мы условно собираемся с вами на РАИС, человек заходит на этот сервис и смотрит стартер-пак для РАИСа, заказывает его, ему приезжает узелок, потому что мы назвали это все узелок, вот, и он платит денежку и именно с этим набором уникальным и кастомным уезжает в туристический тур. Действительно заинтересовались нашим проектом. Мы им предложили, то есть моя команда, которая формировала этот продукт, предложили им участвовать на коммерческой основе. Предложение они приняли. Вот, теперь мы ждем от них дальнейших каких-то указаний о сотрудничестве. Продолжаем выпуск. 2 награды завоевали ямальские спортсмены на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходили с 1 по 5 августа в Оренбурге. О других спортивных событиях в жизни города и округа расскажет Алекс Прудиус. Привет, коллега, тебе слово. Привет, Юля. Начну с волейбола. Факел одержал первую победу в этом сезоне. Новоренгойская команда принимает участие в международном турнире по волейболу, который стартовал 7 августа в Серпухове. Наши волейболисты выиграли у команды Ю-20 со счетом 3-1.
Помимо факела, в соревнованиях участвует команда ЦСКА, молодежная сборная России Ю-20 и их сверстники из Китая. Ждем от наших игроков дальнейших побед. Четыре награды завоевали спортсмены из Нового Уренгоя на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Урала 2022». Дмитрий Павин стал победителем в двух весовых категориях абсолютно и свыше 110 кг. В весовой категории 90 кг Анатолий Демиденко занял первое место, Андрей Прозоров – третье. По итогам соревнований Анатолий Демиденко выполнил норматив мастера спорта России. Соревнования прошли в Екатеринбурге 6 августа. Касым Исмаилов из Салехарда путешествует по Ямалу на велосипеде. Путешественник проехал уже 900 километров. Велопробег он начал 24 июля, почти спонтанно. Где финиширует экстремал, еще неизвестно. В планах проехать дальше Ямала. Салехардец добрался до Губкинского, а дальше целеустремленный велосипедист продолжил свой путь в сторону Муравленко. Остановка после Салехарда была, я почти ехал сутки без остановки. Это получается, организация есть новая такая на трассе, ну на промежутке Салехард на Дым. Он там у них остановился, они мне предоставили балок, у них прожил. А утро поехал уже в Надым, на Дыму переночевал. Ну и дальше, да, там дальше Пангада, Уренгой, Карачаево. Ему так было приятно по дороге пообщаться. Все удивляются, как так, грубо говоря, без подготовки, без чего. В Таркасале состоялся товарищеский матч по пляжному футболу. В командном поединке было все то, за что мы любим эту игру. Эффектные футбольные трюки, крутые сейвы, фантастические передачи, азарт борьбы и положительные эмоции. Вполне справедливо, что проигравших в этом огненном матче не оказалось. Счет 3-3. А в Новом Уренгое продолжается 20-я летняя дворовая спартакиада. В ней принимают активное участие и взрослые, и дети. Позади мини-футбол и пионер-бол, дартс и спортивный туризм. 10 августа в рамках спартакиады начнутся состязания по флорболу. Поклонников этой игры ждут на виадуке. Впереди еще волейбол и веселые старты. А у меня на этом все. Занимайтесь спортом и будьте всегда в форме. Юля. Спасибо, Алекс. Ну, а это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания и до новых встреч в эфире.